Не спать. Любая мелочь может оказаться очень важной. Что это за место? Тут велись исследования. Похоже, Айронс все здесь переделал. Какие исследования? Медицинские или вроде того. Не суть. Теперь это тюрьма. Значит так. Единственный шанс выжить — не паниковать. Ждем момента. Всем слезть с грузовика! Быстро! Полезайте, чтобы... Добро пожаловать в Атлас! Можешь заводить. Загон открывается! Эти двое, загон Гормак, давай быстрее! Гидеон! Клетку! Остальные за красную линию! Загон заполняется! Через линию! Четверо спускаются на нулевой! Лезь в клетку! Как ты здесь оказался? Воздушную поддержку смел удар мантикоры. Я не попал в зону поражения, но нас окружили, и их было больше. Вы отправили спасательную группу? Центр города заражен. Мы ушли от города подальше. Не думаю, что кто-то придет. Загон открывается! Так, пошли, ребята! Вылезайте из загона! Из загона, быстро! Шевелись! Иди сюда! Подойди сюда! Пошли! Начинаем движение! Давай, сюда! На что пялишься? Четверо, заходи! Смотреть прямо! Блок С, встать! Так, парни, сюда, пошли! Готово! Блок Д закрывается! Шевелись! Пополнение 3-6! Браслеты кверху! Готово! Готово! Блок Т закрывается! Пошли! Пакета! Нет, им с рук не сойдет! Четверо в клетке! Готово! Я хотел увидеть того, кто пришел убить меня. Миссия — остановить вас. Если это значило убить, не думаю, что кто-то расстроился бы. Здесь, в Атласе, мы не прощаем провалов никому. Я расстроен. Трое из моих лучших наемников так опозорились. Ну, значит, так тому и быть. Зерна от плевел, сильные от слабых. Древние спартанцы понимали, что такое война. Но мы забыли об этом на 2000 лет. А твой сын, Уилл, он зерна или плевелы? Уилл стал жертвой бездарной политики американского правительства. Он умер за то, во что верил. Суть в том, что даже умерев за идею, ты ничем ей не поможешь. Ты не молод, но ты сильный, Кормак. Ты будешь истекать кровью минут 20. Хватит, чтобы понять, стоило ли оно того.
И ты. Блудный сын вернулся. Я верил в тебя. Я дал тебе второй шанс. Ты не такой, как Уилл. Забираем его. Идти можешь? Остановите Айронса. Мне конец. Тихо. Мы уходим. Все уходим. Я его взяла. Ладно, иди за мной, только тихо. Размерчик подходящий. Хватай его экзокостюм и ствол. Вот. С одним крылом ты не перезарядишься. Береги патроны. Бери новый, когда эти отстреляешь. Готов? Похоже, выход наружу. Илона, сюда. Митчелл, бегом к пульту, открой дверь. Скорее! Бросить оружие! На пол, беги! Я буду стрелять! Назад! Митчелл, ложись! Оставайся там! Бросай! Что случилось? Внимание! Дверь заперта. Назад! Черт! Постарайся подняться, мы найдем другой путь. Митчелл, пошли. Повторяю, сотрудники сбежали, они его... Я вижу движение. Он ранен. Ученые вооружены и следуют в направлении секции А5. Насколько я знаю, Илону. Она захватит наверху спасательную машину. Мы заставляем ее ждать. Мантикора наносит удар. Он запускает ракеты. Багдад — это только начало. Вашингтон, Нью-Йорк, Лос-Анджелес — крупные города. Запуск меньше, чем через 2 часа. Твою мать! Без паники, всем заткнуться. Идион, это Илона. Я нашла машину. Трейлер возле северной стены. Илона, сюда! Проклятье!
А? Дверь заперта. Попробуешь ее... Последовательность. Чисто. Вот оно, будущее по Айронсу. Он свихнулся. Будь я проклят, если мы допустим, чтобы это сошло ему с рук. С дороги, пошел! Надо двигаться. На землю. Полегче, давай. Ложись. Господи. Эй, ты, не вздумай шевельнуться. Назад буду стрелять. Открой дверь. Сюда, Мичу. Предупреждаю. Откуда бьет Мантикора? Откуда? Командный центр Атласа. В городе. Брюк, пошел! Где мы? Вот это нехорошо. Что за... Проклятье! Надо найти выход! Смотри! Шахта! Там, под вагонеткой! Митчелл, помоги! Давай сдвинем вагонетку! Давай, толкай! Сюда! Шевелись! Давай, друг! Черт! Митчелл! Есть! Чуть не поджарились. Там свет. Мы почти вышли. Надо предупредить штаб о запуске Мантикоры. Гедеон, это Илона. Я нашла машину. Трейлер возле северной стены. Отлично. Мы уже в пути. Скорее. Кормак совсем плохо. Сюда! Вертушка! Вот мы на чем полетели! Thank you.
Контакт! Да, вижу. Враги идут с востока! Я вижу пистолет! Так. На юго-западе! Держись, Митчелл! Потом поблагодаришь. Так, на 3 часа. Они атакуют нас с юго-востока. Контакт, впереди. Да, вижу его. Осколочная. Прорвемся. Пистолет перед тобой. Я вижу движение! Посмотри-ка. Тут хватит мантикоры, чтобы ударить по всем крупным городам в нашем полушарии. Нужно найти Илону и Кормака. Пошли. Готов? Пошел! Давай! Вертушки! Всем, кто меня слышит, это Страж 2-1. Вас не слышу! 2-1, это Кингпин. Я уже думал, мы тебя потеряли, солдат. Айронс планирует в ближайшие 2 часа применить биологическое оружие для удара по крупнейшим городам. Ясно. Вы у нас на радаре. Высылаю поддержку для этого. Кингпин, как слышите? Разберите! Поднимайся. Осторожно! Кажется, работает. Включай ручное управление. Ракетная ручка готов. Основные коридоры перегнулись. Запускаю процедуру охлаждения. Главное оружие.
ракетный ружь готов. Ракетный ружь готов. Ракетный ружь. Он сзади. Я ему помогу, ты гони. Надеюсь, мы не опоздали. Не уходи. Мы почти на месте. Еще чуть-чуть. Еще чуть-чуть. Уже недалеко. Давай. Давай. Нет. Кормак. И что теперь? Пора с этим покончить. Только мы можем помешать Айренсу запустить Мантикору. Нас трое. Против армии. Самоубийство. Все верно. Но ведь он так бы и сделал. Ладно. Есть идеи? Одна. Thank you.
Такой план мог прийти в голову только Гидеону. Лобовая атака на крепость Айронса с двумя механическими костюмами, которые мы нашли на базе. Мы должны были прилететь на дронах. После этого нам оставалось рассчитывать только на себя. Страж 2-1. Показывает высокий уровень загрязнения в городе. Мы не сможем поддержать вас наземными силами. Прием. Кингпин вас понял. Ваши позиции приближаются десантные катера. Вижу. Огонь по катерам. Жечь их. Никак нет, 2-1. Свободных беспилотных средств нет. Нам пришлось бросить в бой все, что есть. Простите, но дальше вам придется разбираться самим. Если не можете остановить процесс, убирайтесь оттуда. Вас понял. Ракетный ружь готов.
Запуск через 4 минуты. Пошел!
Митчелл, держись. Ну все, мы остановили запуск. Я тебя вытащу. Не теряй сознание. Идем, идем. Не отключайся. Страж 2-1. Прорываем оборону города. Войска Атласа отступают. Отправляю вам на помощь беспилотные средства. Вас понял, Кингпин. Запуск отменен. Повторяю, запуск отменен. Как слышали меня? Кингпин, прием! Илона, слышишь меня? Черт, нас отрезали. Пошли, они ударят по зданию в любую минуту. Я опускаю тебя на землю. Пожалуйста, попробуй идти сам, Митчелл. Нужен свет. Привет, Митчелл. Не двигаться, мать твою! Хочу попросить о том. Он хакает наш экзот! Я пустой! Ты слишком веришь в эти штуки. Город рушится, это конец! То, что я начал, не умрет со мной. Это больше меня. И точно больше тебя! Думаешь, я монстр? Это потому, что у тебя не хватает духу сделать то, что необходимо! Необходимо? Удар по Америке? Выпустить Мантикору, убить тысячи невинных людей? Я спасаю мир от него самого. Когда у Атласа не останется врагов, войны прекратятся. Это неизбежные жертвы. Ага. Аргумент всех больных тварей в истории человечества. Не знаю, что мы сорвали запуск. Они разнесут тебя вместе со зданием. Я мог убить тебя в лагере. Могу убить сейчас. Но не стану. Я не зверь! Митчелл, попробуй открыть свой экзо. Теперь мой. Не работает. Времени нет. Если он уйдет, все было зазря. Давай! Пошел! Не дай Айронсу уйти! Давай, Митчелл! Двигай, двигай! Либо ты меня вытащишь, либо здание рухнет, и мы вместе с ним! Митчелл, что ты творишь? Что ты... Митчелл, это я дал тебе руку! Митчелл! Я дал тебе второй шанс!
такой план мог прийти в голову только Гидеону? Лобовая атака на крепость Айронса с двумя механизмами. Держу, друг. Держу тебя. Для него был только один путь. Мы приходим в мир с закрытыми глазами. Большинство предпочитает прожить так всю жизнь. Айронс открыл глаза. Он увидел, как несправедлив мир, и решил исправить его. Если он нашел ответ, то унес его в могилу.